Так, молодость. Молодость моя, ведущая. Так, в вузе он познакомился с моей мамой. В вузе он познакомился. Нет, в вузе он познакомился с Ольгой. Ховиковой. В вузе. Сядь ровно. Он познакомился с Ольгой Ховиковой. И всегда все было мало. Это тут к чему? Давай, вот, хорошо так сидела. Руку положи, вот. В вузе он познакомился с Ольгой Ховиковой. Которая сначала стала моей мамой. А потом стала моей тещей. Давай. В вузе он познакомился с Ольгой. С Ольгой Ховиковой. И мама. Куда ты сядь? И мама теперь. И она потом стала моей мамой. Нет, сядь ровно. Давай, в вузе он познакомился. Будь здоров. В вузе он познакомился. Нет, с выражением, давай. В вузе он познакомился с Ольгой Ховиковой, а потом она стала моей мамой. А потом они с папой поженились. И у мамы стала фамилия Чалова. Так. Мой папа веселый. И очень добрый. Когда-то у кошечки ранила, у бабушки была болела нога, у ее кошки, и она хромала. А папа нашел занозу и вытащил ее. И кошечка стала снова бегать. Вот такой мой папа добрый. Отлично. У нас веселая и дружная семья. Я постоянно их развлекаю. И удивляю. Мы любим путешествовать. Ну, где вы там путешествовали? На море. Расскажи. Мы путешествовали в Турции. Снова в Турции. Потом еще в Греции, Болгарии. А что там смешного, запоминающего? И еще была Турция. Самое смешное, что у нас папа оставил вместе с Светой, отправил вместе мама, я и Света. Потом мы зашли в бар просто попить чайку. Нам подошла представительница фигасов. И она сказала: «Ваша Света разбивает бутылки, пьет пиво из горла и обзывает нашего баумана черным пистолетом». А потом, когда Света полночи пришла, я ей вон такое устроила. Это не по теме. Давай, так, значит, мой папа очень красивый и умный. Рассказывает разные истории. Он занимается физкультурой. Он
занимается физкультурой. И меня и своих сотрудников на работе учат физкультуре. Руки ровно положи. Мы с ним играем в прятки. Ну, в какие еще игры? Играем в догонялки, играем в свинтус. Любим собирать грибы в лесу. И любим собирать грибы. И это я сказала, что папа... Вот папе относится, он собирает грибы. Куда ты? Сядь вот ровно. Вот так он собирает грибы. Ой, Оля, иди собери грибы и пожарь нам. А я пока телек смотрю, матч начинается. Еще раз покажи, как папа собирает грибы. Папа собирает грибы. Оля, иди собери грибы. Пожарь их, а я пока на диванечке полежу. Матч скоро начнется. Отлично, садись.